Здравствуйте, дорогой пользователь! Мы рады приветствовать вас на нашем сервисе почтовых рассылок Smart Responder. Данная серия кратких видеоуроков поможет вам быстрее ознакомиться с нашим сервисом и приступить непосредственно к действиям. Но перед тем, как мы перейдем к самому сервису, хотелось бы затронуть несколько важных моментов. Во-первых, многие задаются вопросом, а зачем мне вообще вести собственную email-рассылку? Что ж, давайте попытаемся ответить на этот вопрос с помощью очень простого примера. Предположим, что у вас есть собственный сайт, на котором вы продаете различного рода товары, предоставляете определенные услуги, размещаете ценную информацию. Конечно же, каждый день ваш сайт посещает некоторое количество пользователей, то есть у вашего сайта есть определенный трафик. При этом вашим сайтом заинтересуется лишь часть от общего числа посетителей. В данном случае вашей целью является превращение обычных посетителей сайта в постоянных, а в будущем и в покупателей ваших товаров или услуг. Однако проблема заключается в том, что полное превращение представляет собой очень непростой и длительный процесс, который осложняется рядом факторов. Вот лишь некоторые из них. Пользователь может никогда не вернуться на ваш сайт в случае, если он не добавит сайт в закладки. Если же добавит закладки, то будет посещать сайт, но не регулярно. Как следствие, не будет знать о новых товарах, услугах, скидках, предложениях и так далее. Будет недоверчиво относиться к вам как к личности, а соответственно будет относиться с подозрением к вашим предложениям, будь то приобретение товаров, услуг или же предложение партнерства. В нужный момент, то есть когда решится что-то купить или же принять в чем-то участие, может просто не вспомнить о вас. В подобных случаях введение рассылки необходимо, так как она позволяет, во-первых, превращать посетителей сайта в подписчиков, во-вторых, мгновенно выходить на свою целевую аудиторию, в-третьих, строить доверительные отношения с целевой аудиторией, в-четвертых, превращать подписчиков в покупателей, партнеров, последователей и так далее, в зависимости от специфики вашего бизнеса. Именно поэтому введение собственной рассылки имеет очень важное значение. Наш сервис smartresponder.ru представляет собой мощный и многофункциональный инструмент для email-маркетинга, который значительно сэкономит вам время и автоматизирует процесс профессионального ведения почтовых рассылок. При этом важно отметить, что сервис не следует рассматривать в качестве волшебной палочки, которая сделает все за автора рассылок. Придумывать интересные, качественные и полезные рассылки, а также привлекать основную массу подписчиков в подписной лист – это задачи автора рассылок, а не сервиса Smart Responder. Другим очень важным моментом, без знания которого вы не сможете вести рассылки с помощью нашего сервиса, является добровольный email-маркетинг. Что это такое? Добровольный email-маркетинг – это такой вид маркетинга, который проводится только с разрешения владельца email-адреса. То есть вы не можете никаким образом ничего отправлять владельцу любого email-адреса, если он сам предварительно не разрешил вам этого. Кем в таком случае является подписчик? Подписчик – это владелец email-адреса, который сам подписался на конкретную почтовую рассылку для того, чтобы получать только интересующую его информацию. Что же касается почтовой рассылки, то она представляет собой метод массовой доставки полезной информации в виде электронных писем на email-адреса подписчиков, которые предварительно сами по своей доброй воле подписались на получение именно этой информации, обязательно подтвердив при этом подписку на рассылку. Таким образом, добровольный email-маркетинг исключает какое-либо навязывание и давление на получателя рассылки, а также возможность того, что кто-то получит информацию, которая человека не интересует и которую он не разрешал ему отправлять. В результате это позволяет избежать огромного количества проблем и выстроить со своей аудиторией доверительные отношения. Важно помнить, что smartresponder.ru – сервис исключительно для добровольного email-маркетинга.